Добрый день, сегодня анбоксинг. Это Skube от компании Qi под названием Qicheng. Но как видно по упаковке, это необычная версия, которая выглядит вот так. Это версия Jelly. Давайте откроем. Вот такой полупрозрачный пластик. Красивая цветастая коробочка. Инструкция, кстати, достаточно подробная для Skube. Как помнят зрители моего канала, у меня уже был Squire в видео этой серии. Это был сувенир с одного из чемпионатов, кажется, в Белгороде. Сам я его не покупал. Skube также я не покупал. Это приз за третье место на чемпионате Раменское Open 2019. Дисциплина Мастер Пирамидс. Пирамидка 4×4. Обучалки недавно выпускал. Вот. Помимо дипломчика и медали, был вот такой вот Skube. Да, это такой же Skube, как и стандартный Qicheng. Ну, выполнен из такого полупрозрачного пластика. Он крутится, его можно собирать. Но это скорее больше подарочное издание, нежели скоростная головоломка. На скорости собирать можно, но на соревнованиях использовать такой Skube нельзя. Давайте соберем разок, уж на всякий случай. Крутить я на нем там 1000, конечно, не буду, но душу будет мне греть. То есть, такие вот головоломки, они очень хорошо подходят для подарков, ну или как приз на чемпионатах. Сам себе такое покупать не станешь, а в качестве сувенира очень даже приятно. Я даже вспомню что-нибудь с Skube. Ага. Далеко не все. Да, крутится он, конечно, не как X-Men, не очень удобно, но он крутится точно так же, как стандартный Qicheng. А покупатели, ох, как громко, покупатели такой Skube всем, да нет. Если вы хотите кому-то сделать сувенир, то, скорее всего, это будет хороший выбор. Ну, помимо Skube, там куча других головоломок в этой серии. Ивику, пирамидка, Squire, трешка, четверка, ну, много разных. Так что как сувенир, очень хорошая вещь. Это да. И для домашних тренировок тоже можно. Ну, единственное, что вот, по крайней мере, на Скваре было совсем тяжко с этими цветами что-то определять. На Skube элементы покрупнее. Так что, ну, собирать можно. Хотя удобнее, конечно, будет на стандартной версии. Как-то так. Красивый Skube, но для коллекции. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.